Здравствуйте, вот показываем опять пекинеса дэндика. Был такой небольшой пробел, заняты. Так, смотрите, что хотим сказать. Как-то пришли в зоомагазин и покупали такие вкусняшки. Вкусняшки, это было там сушеное, легкое. Очень дэндик у нас понравилось. Ну, для разнообразия что-нибудь пожевать тоже хорошо. Поэтому вот, сделали сами. Покупать не обязательно. Сушки для овощей. Просто режется и сушится. Да, да. Поэтому получается такое сухое, легкое. В большом счете жевать тоже надо. Не то, что всякие там корма, каши. А вот что-нибудь пожевать ему, чтобы зубки работали. Зубки чистились. Тоже надо что-нибудь тверденькое похрустеть обязательно. Да, Тань? Да? Вот у нас такой совет. В принципе, несложно. И с удовольствием, как он кушает все такие подобные вкусняшки. Вот у нас малыш какой. Ну, как хорошо. Получается совсем недорого, если он развес в магазине брать. Ну, там достаточно там дорого. А этот легкое-то, оно по денежкам дешевенькое. Купить, насушить. И всегда под рукой вот такая вот вкусняшка. Да, Дэнь? Молодец. Ладно, всем привет. Передавайте Дэндику привет по традиции. Мы передадим.